Шоссе 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Компания BMW объявила в нашей стране крупную отзывную кампанию. Она касается почти 22 тысяч автомобилей. В частности, это BMW 3 серии седан, выпущенные более 8 лет назад. Список ВИН-кодов размещен на сайте Росстандарта. В качестве причины называются возможные проблемы с проводами, идущими к вентилятору двигателя. Есть вероятность короткого замыкания и даже возгорания. Трасса 101. Водителям разрешат не возить с собой права. Новшества опробуют в нескольких регионах. В каких именно, власти не уточняют. Соответствующая договоренность достигнута между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и МВД. Вместо водительского удостоверения у шоферов будет QR-код, а инспекторам ГИБДД раздадут специальные считывающие устройства. Не знаю, чем обычный смартфон не подходит для этих целей. Да и саму идею вряд ли можно назвать архинеобходимой. Взять с собой права – сущий пустяк. Трасса 101. В 2020 году россияне приобрели почти 1 миллион 600 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 7% меньше, чем годом ранее. В основном речь идет об иномарках, сообщает агентство «Автостат». Среди них лидируют Kia Rio, Hyundai Creta, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Toyota RAV4. Доля российских брендов – 27%. Трасса 101. «Geely Atlas» стал самым покупаемым в России новым китайским автомобилем в прошлом году. Цены на кроссовер сейчас начинаются от 1 миллиона 315 тысяч рублей. Второе место досталось «Havail F7», минимум почти 1 миллион 400 тысяч. Бронза у «Cherry Tiggo 4», стоимость которого стартует с отметки 1 миллион 20 тысяч рублей. Также в пятерке «Geely Coolray» и «Havail F7X». Трасса 101. Недалек момент, когда компания Audi полностью перестанет делать авто с двигателем внутреннего сгорания. Перейти 100% на выпуск электрокаров немцы планируют в течение ближайших 10-15 лет. По словам руководителей автогиганта, цель зарабатывать и цель беречь природу можно прекрасно сочетать. Ранее об аналогичных планах говорили, например, представители Volvo и Bentley. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.